348 пастбищных угодий вблизи сел незаконно предоставляли предпринимателям Северо-Казахстанской области. Выяснили это прокуроры при проведении анализа на основе обращений жителей. Такая ситуация была выявлена во всех районах области, за исключением Тимирязевского. Общая площадь противоправно выданных земель составила 54 тысячи гектаров. На данный момент половину уже вернули государству. Возвращено 247 участков, общей площадью 38 тысяч гектар. Также в целях устранения дефицита пастбищ акиматы районов увеличили земли населенных пунктов на 114 тысяч гектар. Вопрос о наказании рассмотреть не представилось возможным, поскольку предоставление земельных участков осуществлялось в период 2007 по 2020 года. Ну, соответственно, сроки привлечения ответственных лиц истекли.